Итак, друзья, всем спасибо за советы и рекомендации при выборе наклеек на клавиатуру. Вот, выбрал вот такие вот наклеечки, взял для эксперимента. 5 таких вот черненьких и 5 написано на прозрачной основе, но на самом деле они якобы светящиеся. Сейчас посмотрим, как это смотрится. Вот, ну, так скажем, замечание к черным. Русские буквы видны шикарно, латинские мелковаты. А на светящихся, на прозрачных, все жирным шрифтом очень четко все видно. Так, по стоимости. Одни 144, другие 167 рублей. И сейчас глянем, как они выглядят на клавиатуре. Но для начала хочу вам показать, до какой стадии были затерты клавиши на клавиатурах. Это видно хорошо вот на этой фотографии. А теперь что стало? Для начала вот наклеечки на черном фоне, белые символы. Теперь так называемые прозрачные. На самом деле они не прозрачные, а на таком вот салатовом фоне черные символы очень четко видны. Конечно, непривычно на черной клавиатуре смотрятся, но для работы очень удобные. Сейчас покажу, как они смотрятся без света. Сейчас свет включу. Сейчас выключу свет и посмотрим. А вот, пожалуйста, без света. Да, на самом деле они в темноте светятся очень удобно. Вот это вот всем очень понравилось. Даже бумажки, видите, с которых отрывал, светятся. И сами наклейки светятся, видишь? Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.